Уважаемые сограждане и жители города Сухум, я, как исполняющий обязанности мэра города Сухум, хотел бы обратиться к вам, во-первых, с тем, что ситуация сегодня, сложившаяся во всем мире, дает какую-то опаску для того, чтобы мы, как люди здравомыслящие, должны понимать, что первым делом мы должны подумать о себе, о окружающих. Здоровье и жизнь наших граждан – это самое главное для нас. И потому, не имея возможности к вам обратиться и сказать, самое главное лекарство – это самоизоляция. Вот я по роду своей службы, в любом случае, каждое утро езжу на работу, все равно мне непонятно. Очень много машин в городе, очень много людей ходят. Наверное, пока люди до сих пор не понимают, насколько это все очень может быть печально для нас. Конечно, не хочу сгущать краски и ни в коем случае не призываю вас к панике. Паника – это самое главное, что мы должны избежать. Мы должны с холодной головой, с рассуждением о том, что мы должны делать, подходить ко всем нашим вопросам. Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что делается, что мы должны сделать. Буквально 28 числа этого месяца я, как глава, как исполняющий главы администрации города Сухум, посчитал нужным обратиться с письмом в список городов, в адрес которых были направлены письма гуманитарной помощи. Это Архангельск Игорь Викторович Гадзишу, Волгоград Виталий Викторович Лихачев, Грозный Иса Нажадиевич Маджимурадову, Нижний Новгород Владимир Александрович Панову, Подольск Николай Игоревич Пестов, Тирасполь Олег Анатольевич Довгополу, Тамбов Наталья Владимировна Макаревич, Улан-Удэ Игорь Юрьевич Шутенко, Уфа Ульфат Мансурович Мустафину, Черкесск Руслан Алиевич Тамбиеву, Адапазар Турция Мульти Ишиксу, Ахарни Греция Спирос Вреттас, Ист Эрши, Килмарнок, Равост Джим Тоду, Килмарнок, Шотландия, Дуглас Рейду, Пуэнта от Питер, Гваделупа, Французская, Вест-Индия, Джекю Бенгау, Степанакерт, Нагорный Карабах, Давид Альбертович Саркисян, Абхазской ассоциации Турции, Анатур Аксою, Турецкий Красный Полумесяц, Экрем Киник, Фонд Галиби Турция, Узун Амирогу, Турецкий фонд единства Турции Мехмед Алакачи, Религиозный фонд Турции Али Эрбаши и, естественно, московская диаспора Беслана Родионовича Агруба. Мы обратились с письмом, где мы описали те позиции, 26 позиций, необходимые, конечно, для того, чтобы... И не дай бог, конечно, если коронавирус появится у нас в Абхазии, те необходимые позиции, которые для нам нужно будет, ну, первым долгом, самое главное, вы знаете, аппарат, искусственного дыхания, ИВЛ. Ну, по городу лекарственные препараты на первой необходимости у нас уже закуплены. Конечно, финансовые возможности, которые у нас есть, они не безограничены. Мы аккумулируем. У нас вот сегодня буквально Джунковна Ирма Лоба представила еще список, который наверняка мы еще из резервного фонда будем выделять деньги. То есть мы в этом случае стараемся первые, не дай бог, конечно, если удар, принять и по городу тоже, и по республике. Все взаимодействуем в этом направлении. И самое главное, вот на личном примере, вы видите, да, ну, время было, подходило для стрижки. Я не стал, как глава, подавать дурной пример людям. Просто старым дедовским способом дома побрил свою голову. И в этом случае я хотел бы призвать каждого. Я понимаю, что каждый хочет выглядеть хорошо, пойти там прогуляться, но мы должны более ответственно относиться ко всем нашим действиям. И призываю вас всех к мудрости,
к трезвому оценке ситуации и будьте благоразумны. Здоровья нам всем, удачи нам всем. И надеюсь, мы в разных ситуациях побывали, и войну прошли, и голод прошли, и все тяготы нашей жизни, которые судьба нам преподносит, мы все с достоинством прошли. Я думаю, что мы этот этап тоже пройдем. Спасибо за внимание.